Лето 43-го года. Идет третий год Великой Отечественной войны. Основные боевые действия разворачиваются в районе Курска. 12 июля у железнодорожной станции Прохоровка происходит встречное танковое сражение. Отразив натиск немецких войск, Красная армия переходит в крупномасштабное контрнаступление. 12 июля началась Орловская операция. В ходе операции была прорвана заблаговременно подготовленная глубоко эшелонированная оборона противника. 3 августа Красная армия наносит удар в направлении Белгорода. В результате решительных действий 5 августа войска Брянского фронта овладели городом Орел. В тот же день войска Степного и Воронежского фронтов отбили у врага Белгород. В ознаменовании одержанных побед 5 августа в Москве был произведен первый за время Великой Отечественной войны артиллерийский салют. Полночь небо над столицей озарили 12 залпов из 120 орудий. Большую часть из них составляли зенитки. Надобность в зенитных орудиях возникла в начале 20 века, когда над полем боя появились летательные аппараты. По воздушным целям поначалу стреляли из уже существующих орудий. Для этого использовали различные приспособления, позволявшие вести огонь с большими углами возвышения. Со временем стали появляться и специальные зенитные орудия. Первая русская зенитная пушка была сконструирована Францем Лендером. Начиная с 1915 года, она принимала участие в боевых действиях на фронтах Первой мировой. Калибр орудия составлял 76 миллиметров. В Советском Союзе зенитную артиллерию стали активно развивать в 30-е годы. К тому моменту скорость истребителей приближалась к 500 километрам в час, а бомбардировщики могли летать на высотах до 10 километров. К началу Великой Отечественной парк Люфтваффе насчитывал более десятка типов летательных аппаратов различного назначения. Например, пикирующие бомбардировщики «Юнкерс», одномоторный Ю-87 и двухмоторный Ю-88. Бомбометание с пикирования довольно эффективный инструмент. Правда, для этого самолету необходимо снизиться на небольшую высоту. Для борьбы с пикирующими бомбардировщиками наиболее подходили автоматические зенитные установки, то есть орудия, ведущие огонь очередью. Помимо пикировщиков в распоряжении немцев были и фронтовые бомбардировщики, такие, например, как «Хейнкель 111». Максимальная высота полета этих машин составляла 7 километров, а бомбардировку цели они вели с высоты, как правило, менее 5 километров. Для борьбы с высоколетящими целями использовали полуавтоматические зенитные пушки. Такие орудия ведут стрельбу одиночными выстрелами, так как перезаряжание производится вручную. Полуавтоматические зенитки имели больший калибр и большую досягаемость по высоте. Собственно, все советские зенитные пушки времен Великой Отечественной можно условно разделить на два типа – автоматические и полуавтоматические. К началу войны в Красной армии было два типа автоматических зенитных пушек собственной разработки. Их калибр составлял 25 и 37 миллиметров. Причем пушка калибра 37 миллиметров стала самым массовым советским зенитным орудием. За годы войны было выпущено почти 18 тысяч этих зениток. Тридцатисемимиллиметровая зенитная пушка образца 1939 года 61К. Начальная скорость снаряда 880 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 85 градусов. Угол горизонтального обстрела 360 градусов. Масса в боевом положении 2500 килограммов. Скорострельность 60 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 8500 метров. Досягаемость по высоте 6500 метров.
Зенитка была основным средством прикрытия войск от низколетящих и пикирующих самолетов противника. Например, дивизионы этих зениток входили в состав полков реактивных «Катюш». Конечно, подбить вражеский самолет всегда заманчиво. Но зачастую задачей зенитчиков была постановка заградительного огня, когда на пути полета воздушного противника создавалась огневая завеса. В результате немецкие летчики были вынуждены производить бомбометание с больших высот, что, естественно, снижало эффективность налетов. Но и на больших высотах пилоты Люфтваффе не могли чувствовать себя в безопасности. Здесь им угрожал огонь полуавтоматических зенитных орудий калибра 76 и 85 мм. Наиболее дальнобойной из них была пушка 52К. 85-миллиметровая зенитная пушка образца 1939 года 52К. Начальная скорость снаряда 780 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 82 градуса. Угол горизонтального обстрела 360 градусов. Масса в боевом положении 4500 килограммов. Скорострельность 20 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 15 650 метров. Досягаемость по высоте 10 230 метров. Во время войны эти пушки обеспечивали защиту с воздуха фронтовых частей, больших городов, промышленных предприятий. Особенностью стрельбы по летящим целям является то, что орудие требуется наводить не точно в цель, а в точку упреждения, точку, в которой летательный аппарат окажется через некоторое время. На малых высотах эту задачу можно решить визуально. Что касается больших высот, то здесь в помощь зенитчикам было создано специальное оборудование. Сокращенно оно называлось ПУАЗО, то есть прибор управления артиллерийским зенитным огнем. Это устройство позволяло вычислить точку упреждения. Наводчик орудия смотрел не в небо, а на стрелочные указатели, которые подсказывали ему, какие углы необходимо придать зенитной пушке. А была еще система, которая определяла местоположение самолета противника по звуку. Этот метод использовался в основном ночью и в плохих метеоусловиях. Кстати, сами немцы считали советскую зенитную артиллерию довольно эффективной. Из воспоминаний немецкого летчика АСА Ганса Руделя, принимавшего участие в налетах на Ленинград. Зона массированного зенитного огня начиналась у самого побережья. Огонь зенитной артиллерии был убийственный. Дым от разрывов снарядов образовывал целые облака. За время войны огнем войсковой зенитной артиллерии было сбито почти 19 тысяч самолетов противника. В ходе Великой Отечественной зенитки применяли не только по прямому назначению. Выведенные на прямую наводку, они успешно боролись с бронированной военной техникой. Этому способствовали длинный ствол, высокая начальная скорость снаряда и наличие в боекомплекте бронебойных патронов. В 43-м году на полигоне в подмосковной Кубинке был подвергнут обстрелу трофейный танк «Тигр». Толщина его лобовой брони составляла 100 мм. По танку стреляли практически из всех существовавших на тот момент артиллерийских орудий. Испытания показали, что наиболее эффективным средством против новейшей немецкой бронированной машины была зенитка калибра 85 мм. Именно на базе этой зенитной пушки было создано орудие для танков ИС-1 и КВ-85. Летом 43-го года в ходе Курской битвы 85-миллиметровые зенитки после некоторой доработки применялись как мощное противотанковое средство. Битва на Курской дуге стала одним из поворотных событий Второй мировой. После нее Германия была вынуждена перейти к обороне на всех театрах военных действий. Именно по результатам сражений Курской битвы был произведен первый за время Великой Отечественной войны салют. 100 зенитных пушек и 20 горных орудий должны были выполнить приказ Верховного Главнокомандующего, в котором, в частности, говорилось: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам,
освободившим «Орел» и «Белгород» 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий. За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем войскам, участвовавшим в операциях по освобождению «Орла» и «Белгорода». Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу нашей Родины. Смерть немецким оккупантам!